Для дальнейшей работы над корпусом необходимо понять, какие книги достойные, доступны на русском языке в электронном виде. Для этого есть разные библиографические списки. В частности, этот. Вот. Все, что не английское, надо проверить. Ну вот, например, тут есть. Эструб, исследование от тысячи одной ночи. Пусть это даже не санскритская литература, а, скажем, какие-то общие вопросы литературоведения, но вполне интересно. И чтобы не перебирать ручками заново вот это, вот можно взять этот даже грязный ОЦР, вот отсюда выделить какой-то кусок, который может там встретиться. То есть если я возьму эструб и исследование, это может ничего не найти, потому что будет ли там запятая в том месте и буду искать, как она, в общем, опасно. То есть, если бы вот исследование от тысячи одной ничего не дало бы, можно было бы добавить отдельно там, по фамилии поискать или вот, в общем, как-то варьировать. Вот. Надо посмотреть на сайте иностранки, если там вот все вот эти русские книги. И вот списочно прям проставить плюсик-минус, есть-нет, если есть, дать ссылку. Если есть, дать ссылку. Вот справа поиск, нажимаем Enter. И ждем. Прекрасно. Значит, книга есть. Клацаем. И вот получаем ссылку. И вот эту ссылку мне надо скопировать. Значит, проверяем, есть электронное издание? Нет электронного издания. Значит, мы отправим эту книгу в список сканирования, и в течение, допустим, полугода ее отсканируют. Все. И мы получим файлы, которые потом мы соберем в книгу. У нас будет отличный скан. Вот. Вот так необходимо проверить все списки. Не только из этого списка, а вообще все книги. Какие-то уже могут быть в электронном издании. Так тоже надо уже отметить, что вот они уже прежде нами были поданы и отсканированы. Понятна ли задача? Спасибо.